Коммерческая добыча нефти началась в Российской империи еще в 19 веке. Более чем за 100 лет технологии прилично шагнули вперед. Новому энергетическому оборудованию для нефтегазовой промышленности посвятили конференцию в Чебоксарах. Конечно, нет нефтегазовых таких богатств, поэтому мы рассчитываем на свой трудолюбивый народ, инвестиции человека, инвестиции молодых людей с одной единственной целью, чтобы их умы через свои идеи, через свои разработки давали соответствующий продукт труда. Сейчас эти самые продукты труда помогают добывать в стране, пожалуй, главные природные богатства. Практически ни одну промышленность, в том числе и нефтегазовую, невозможно представить без электротехники. А уж в этой области столица Чувашии преуспела. Это, к примеру, устройство релейной защиты, то есть оборудование, которое быстро определяет и выявляет в электроэнергетической системе поврежденные участки при аварийных ситуациях. Различные измерительные приборы, устройства автономного электроснабжения. Иными словами, представители Ассоциации энергетиков топливно-энергетического комплекса в Чебоксарах собрались не случайно. Вероятно, в ближайшее время без нефти и газа человечество обходиться не научится. А значит, впереди у всех, кто имеет отношение к добыче этих ресурсов, в том числе и электротехнических предприятий Чебоксар, много интересных задач, которые еще предстоит решить. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.